Всем привет, с вами Вадим Зыкс, и сегодня я покажу, как выжить день на 115 рублей. Вот так, сейчас чек у меня будет. Вот здесь 115 рублей. Ну что, можно будет приготовить, да, там, и как бы нормально покушать в день. Так, первое у нас. Каша гречневая с говядиной. Вот такая вот, 25 рублей стоит. И это у нас бычки в томате, сколько они, 40 рублей. И килограмм картошки у нас вышел на 20 рублей. Вот. Картошечка с рыбкой и там и кашку. Так, к чаю, чай, естественно, и козинаки. Так, это стоит 10 рублей, козинаки 15. Вот, большая пачка, и тут 3 штуки. Вот, и, в принципе, чаек с козинаками попить можно на 115 рублей. Ну, короче, это, ребята, решил такой видосик сделать, простой. Людям нравится, почему мне сделать дальше. Так, и вышло 115 рублей, чтобы прожить сутки. Может быть, жирно будет, не знаю. Ну вот, у меня так получилось. С вами был Вадим ZX. Мира добра. Смотрите видосы, стримы. Ну, удачи, пока. Мира. Пока.